Всем привет! Квазар на проводе. Сегодня хотелось бы поделиться одним из эффективных решений следующей проблемы, когда у вас компьютер подвисает на короткий промежуток времени, то есть на несколько секунд, а потом снова начинает нормально работать. Чтобы выявить эту проблему, можно, предварительно сняв крышку от системного блока, прислушаться, как работает ваш жесткий диск. В исправном нормальном состоянии при нагрузке он должен работать без лишних посторонних звуков и щелчков, скрежетов и каких-то необычных других звуков. То есть должны быть слышны только обороты дисков внутри корпуса. Если вы вдруг заметили, что во время очередного зависания возник странный звук, часто это сопровождается щелчком внутри жесткого диска, после которого Windows перестает отвечать на какие-либо команды, то в первую очередь попробуйте проверить все контакты, переподключив кабеля, которые идут с материнской платы и блока питания. Сейчас покажу поближе, чтобы было лучше видно. Вот они, эти кабеля, кабель питания и SATA кабель, интерфейс подключения для жестких дисков. Попробуйте их переподключить. Вот этот SATA кабель не забудьте переподключить и на материнской плате. Если у вас несколько жестких дисков, то переподключайте все кабеля, идущие к ним. Цвет SATA кабеля у вас может быть другим. Также не будет лишним, если вы почистите контакты на самом жестком диске. То есть вот эти контакты можно почистить обычным ластиком. После проделанных процедур вы снова включаете компьютер, проверяете его работоспособность, запустив какую-либо программу или игру для того, чтобы нагрузить жесткий диск. Если не помогло и зависания не исчезли, то попробуйте поменять SATA кабель, вот этот синенький кабель, на другой, либо лучше на новый. И на этом на сегодня все. Пробуйте, пишите комментарии, задавайте вопросы, подписывайтесь на мой канал и всем удачи!